Привет, молодые люди, меня зовут Эрик, и что же вы знаете про такую вещь, как ланы? Ланы — это когда собираются люди играть вживую, когда у всех пинг 5, когда нельзя никого оскорбить, потому что ты получишь в реальной жизни, и когда много эмоций. Живя в Грузии, такое проводилось все очень редко, а в Питере это... актуальная тема. Поэтому я, когда сюда ехал, знал, что будет здесь интересно. В первую же неделю, как я приехал в Россию, я поехал на LAN, и мне это чертовски понравилось. Я записал ролик, где мы обосрались, и я во всех турнирах, где играл, я всегда был обострен, потому что очень сложно играть на LAN, когда у тебя все не твое и так далее. Но такая атмосфера, и сегодня я хочу тебе передать ее. Я сыграл еще на одном LAN спустя полтора года, и посмотреть, что же изменилось. Поэтому я тебе желаю приятного просмотра, и я надеюсь, что я хоть смогу немножечко передать ту атмосферу, которая была там. Это LAN. Возможно, я дойду до финала, возможно, я выиграю турнир, а возможно, я сольюсь на групповой стадии. Не буду спойлерить, погнали. А только, пожалуйста, если тебе реально интересно вот это все дело, то я могу приезжать на LAN еще чаще, и мы можем записывать еще больше таких роликов. Просто поставь лайк, я увижу большое отличие по лайкам. А теперь точно погнали. Первая катка у нас BO1. В случае выигрыша мы попадаем в верхнюю сетку. Но в случае проигрыша мы все еще можем играть, но уже в нижней сетке. Ловит. Все, победа. Ну, нет, туда. Слева чел. Молодцы, дефать. Двое мид стоит. Еще один стоит. Машина. Хорош. Подожди, подожди, вот так. Так, вы. Я маля купил. Метал, хорошо. Лучший. Хорошо. Не пикать их, они, блядь, ставят такое, что ёбаш. Шорчи-то, блядь. Стрим, стой до того. Да-да. А, все, ладно, шорт. Да. Лучше. О, близко, близко. Хорош. Хорош. Лучше. Б вышел, Б вышел. Вышел Б. Ебать. Убьёшь. Лучше. Не знаю, чего полез. Убийца. Блять. Вышел шорт. Ща. И лонг должен быть. Блин, подожди. Лучше. Лонг чисто. Стой, стану. А, ладно, я стану. Есть лонг. Вышел, вышел, Тёмка. Тёмка, ласт Тёмка. Уже бежит. Хорош. Смокни. Лучший. Еще бокс, еще. Достреливай, он лоу. Еще. Еще один. Давай. Еще один, еще один. Найс. Хорош. Там... Иди, уйди, уйди, уйди. Еще один, еще один. А бомба выйти. Блядь. Блядь. Мид, займу сити под мид. Найс. На Б двое, трое, на Б трое. Блядь, на сигарете че. Икс. НТ. НТ. Так, парни, давайте соберемся как-нибудь. Мы нормально, нормально их тащили. 7 раундов в ряд. Минус мид. Один Б, скорее всего, играет. Давайте я выйду под разбой меня. Вместе. Так, на сигарете прям, чел. Вышел. Дверь выш. Один в один. У вас был лонг. Чёрт. Сидит на катушках. Убили катушки. Сайд, еще, сайд. Еще один сайд. Хорош, все, ребят, давайте с этого момента берем все, что есть. Бегите нами, голубые. Сейчас уже ты спаун зайдет, беги просто. Двое шорт вышли. Еще там же. Да. Найс! Блять, сайт. Запушил ты спам. Это забить. Молодец. Просто пушите, просто пушим. Так, на смотри. Тёмка, Тёмка, Тёмка. Тёмка, Тёмка. Можно перетянуть? Стоит на сайте. Мид с карты.
Сука. Спасибо за игру, парни. Мы первую игру, к сожалению, проиграли, и вот начинается вторая. В случае проигрыша еще одного, мы вылетаем из турнира полностью. Спина. Хорош. Мидл стоит слева. Уже пошел. Уже. Красава. Найс. Хор, блядь. Еще чё? НТ. Лучший. И под окном был. Еще один. Еще один. Хорошо, парни. Лучше. Один РМП? Еще под медом, еще в меду чат. Лучше на вроде. Не знаю. На НТ. Хорошо. Блядь. Отхожу. Попал, попал, киданул, киданул туда. Домой! Мы выиграли вторую игру, и сейчас начинается самое сложное. Сыграть катку Б1, но если мы проиграем, мы опять же вылетаем. А если выиграем, выходим из группы. Небольшая рекламная пауза, я сейчас на джиджи-дропе и прокручу барабан. И мне падает два предмета в контракт, это будет азимов, да? Нет, это будет бах и МАК-10 Нюновой революции, как я понимаю. Я сделал открытие еще одного кейса, и сейчас я буду крутить гребаный контракт еще один раз. Я сделал контракт из того, что у меня было, три шмотки, и мне выпало 1600. Я вышел в минус. Используя секретный код, я кручу барабан еще раз. Шок топ. Просто введите этот промокод, и вы получите еще одну прокрутку. Бесплатно, абсолютно бесплатная прокрутка. И нападает выбор ячейки. Давайте выберем первый. И нам падает такое мариновое месте. Я сейчас ее продаю и делаю открытие кейсов. Последний урок, открытие 4 штуки. Ну, по сути, вроде мы окупились. Я предлагаю сделать контракт, и то, что останется в итоге, я забираю на вывод. Статрек, как и 47 азимов, чувак. Это очень было хорошо, я прям сейчас готов его забрать. Это реально лютая тема. Прямо сейчас я забираю калаш, ну а ссылочка на джиджи-дроп и секретный код есть в описании. Мы идем дальше. Отлично, все, все, пишем, пишем, не отпускаем. Найс! Двое сайт нас. Блин. Ладно, найс. Б вылетают. Летят Б. Давай. Хорошо, найс. Найс. НТ. Чел. Убил. Хорош. Трое. Двое карман, один тут бит. Похуй. Анлаки. Без головы, без головы, дострелите. А, сука. Трим, раш, раш дальше. Нет, все, все, все нормально. Найс. Трое, трое в виду. Еще лоу. Лоу бил. Сидит. Трое. Побил рука. Тика, тика, тика. Ласт бэксайд, бэксайд, не дэп. Хорош, парень. Хороший холод. Найс. Залаз мид был. Да блять! КТ вышел. Найс! Хорош. Хорош! Вот это... Это бэк. Стоп, 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 стоп. Рука. Блять. Нормально, нормально. НТ. Залаз буст. Красавцы, парни, красавцы. Мы вышли из группы, и сейчас начинается первая игра в БУ3 матче в полуфинале. В случае выигрыша БУ3 мы попадаем в финал и можем забрать призовой фонд. Если, короче, финал проходим. Бля. Похуй, 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 похуй. Есть стопки. Сори, 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 сори. Молодцы. Красавцы. Давай. Горит, горит, горит. Шорт, шорт стоит. Это. А, сука. Ну ложно, подожди. А, это... Парни, ну если у них чел там играет, у вас мог лежит. Сидит, сидит на сайте, сайт, сайт, сайт. Найс. Близко. Тём. Еще один.
Найс. За иксом, был. Найс. Найс. Медуавик, Молодцы. Очень хорошо. Молодец. Найс. Пит вышел. Найс, правильно стоит. НТ. Убил Сити. Найс. Пит, сайт. НТ. Давайте, ножи тут надо брать. Один лоу, найс. Это тоже лоу. Nice. Элик. Он фулл или лоу? Нет, он лоу, по-моему. Апдаун чел был, давно был. Между, а не электро. Я апдаун. Тебе НТ. Что, а как вышел коннектор? А, коннектор уже. Менчел. Ой-ой-ой. Это так было жестко. Деф. А. Я не деф ходячий, сори. Китов не было. Нормально? Да. Найс. Молодец, Кит. Вы второй раунд. Найс. Найс! Бля, НТ, НТ. Зарежут нас, блядь. Да, не успели. На красном. Убил на красном. Блядь, я не попадаю. Он на лестнице, Это Friendly Fire. Поставьте паузу. Меня резать будут. Убил его. Он на бомбе. Блять, что это? Пушит бэт просто. На этом этапе в полуфинале мы завершили наше выступление, и на самом деле у нас есть шансы еще бороться. В той системе, которая используется на этом турнире, очень сложно предугадать победителя, потому что тебе попадают в команду рандомные люди. Могут быть 3-го левела, могут быть 10-го. И тут уже больше факторов везения. Но рано или поздно я думаю, что это везение сработает, и мы сможем сыграть хороший турнир. На этом завершился турнир. Могу сказать так, эмоций достаточно. Грустно, конечно, что проиграли, но есть еще куда стремиться, можем еще играть. Если вам это интересно было смотреть, я буду приезжать на ланы еще и еще и еще. Играя на ланах, это очень интересная тема, это большой опыт и новое общение. С тобой был Яшок, пока. Не забудь подписаться, чтобы не пропустить новый ролик.